Теплоэнерго завершает ремонтную кампанию 2019 года. Таких крупных объемов ремонта, это касается и коммуникаций, и оборудования котельных, в Нижнем Новгороде еще никогда не было. Сегодня руководитель Теплоэнерго Илья Халтурин проинспектировал некоторые объекты. Была проведена замена 100% котлоагрегата номер 3, это трубной части, и замена обмуровки. Сократили потери непосредственно самой котельной, добились нужного освещения. Мы предложение подали заменить инжекционный горелок Казанцева на современный Вайсхаус, чтобы перейти на регулирование автоматики. Данная котельная обеспечивает теплоносителем 12 потребителей. Сюда входит дворец спорта, бассейн «Дельфин», спорткомплекс «Спартак». Это из основных. Та работа, которая была произведена в этом году на котлоагрегате здесь, на этой котельной, конечно же, уже сказалось в виде повышения КПД, видим снижение удельного расхода условного топлива. В целом, ремонтная кампания текущего года, она не просто большая, она масштабная. Если говорить про количество отремонтированного оборудования, то в текущем году выполнен ремонт 40 домовых труб. Таких объемов просто не было ранее в кампании. При этом основной акцент, конечно же, мы сейчас делаем на тепловые сети. Сеть выбрана для ее замены не случайно. Высокая аварийность была на участке, участок изношенный, проложено давно. Сегодня заканчиваем вот этот вот последний этап производства работ, переключаем на основную магистраль вновь смонтированную. Нормативный срок службы участка 25 лет. Мы два раза в этом году увеличили объем перекладок, объем замены. Конечно же, задача заменить максимум сетей, износ которых уже достаточно высок. И, безусловно, задача повысить надежность, повысить безопасность эксплуатации. Следующая ремонтная кампания, во-первых, будет проведена серьезнейшая диагностика в целом всех сетей. И будет произведена замена магистральных участков тепловых сетей на тех участках, которые будут выявлены как малонадежные и которые уже, к сожалению, эту зиму доставили нам неудобства.